Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые телезрители, продолжаем наши уроки по изучению дуа. И сегодня у нас дуа, которая произносится после омовения. Аллахумма джаальни минат таввабина ва джаальни миналь мутатахирин. О Аллах, причисли меня к кающимся и к очищающимся. Аллахумма джаальни минат таввабина ва джаальни миналь мутатахирин. Дуа очень важно в жизни мусульман. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Удууни астаджибляком», просите у меня, и я вам отвечу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.